пара категории «Бра» стартует титульный финал Кубок Европы IDSU в программе «Стандарт». И я приглашаю на паркет пары 2, 4 и 6. Приветствуем аплодисментами. И программу финала Кубка Европы IDSU по программе «Стандарт» для категории «Брам» открывает танец «Медленный вальс». Аплодисменты. Давайте громче аплодировать. Поздравим с тем, что все эти пары уже стали призерами Кубка Европы IDSU в программе «Стандарт». Ну а то, на какой ступени пьедестала почета окажется, будет зависеть от того, как им удастся исполнить свою конкурсную программу. Мы продолжаем. Продолжаем финал Кубка Европы и следующий танец конкурсной программы – танго. Приветствуем аплодисментами. И продолжим. Венский вальс. Like this, you fall.
Фокстрот продолжит финал. Давайте поприветствуем призеров, финалистов пара номер два, Александр Федоров, Ирина Грищенко, представители Российской Федерации. В финальном туре Кубка Европы приветствуем пара номер четыре, Павел Щетинин, Римма Агагун, Россия. Аплодисментами приветствуем пара номер шесть. Бойце Ешки, Люстина Тадеевич, Польша. И завершает финал Кубка Европы IDSU для категории ПРОАМ танец Квикстеп. Если мы всеми дальше смотрели. Завершен финал.